Девчонки, всем привет! Вот, собственно, продукты сайта iHerb, о которых я хотела вам рассказать и поведать свое мнение. Ну, давайте начнем вот с этого. Что это такое мы тут имеем? Это масло макадамии от Organic Aura Cassia. Все такое натуральное. Как всегда, у меня тут Боря что-то говорит. Что хочу сказать. Я его покупала использовать для волос. Честно говоря, для волос оно мне не подошло, но, как видите, я его использую. Я его наношу на лицо. Я покупала его исключительно для волос, но мои волосы, он грязнит просто жутко, просто жестко, я бы сказала бы. То есть это абсолютно точно он, оно, это масло, поэтому я его перестала использовать для волос, я его использую для лица. Собственно, тут написано skincare. Сейчас я подумала. Для лица мне нравится. Я читала, что оно может забивать поры, вызывать прыщи. У меня ничего не вызывает. Мне не нравится запах, конечно, вот этот макадамского ореха. Как-то вот, не знаю, в шампунях еще ничего. А вот, борюсь. А вот как-то вот, не знаю, просто само по себе масло, конечно, мне оно не нравится. Но терплю, терплю, терплю. Вот, значит, это вот масло. Так что для лица, в общем, советую попробовать. Аккуратно, борюсь. Дальше. Вот такая вот мятная маска. Я не помню, честно говоря, показывала я ее вам или нет. Вот. Мне нравится. Она, на мой взгляд, очень похожа на мятную маску от Lush, которая мне нравилась, если вы вспомните. Прекрасно. Борюсь, на тут что-то подкинул. Вот. Нравится. Не очень часто ее использую, потому что сейчас что-то как-то вообще я мало чем пользуюсь. Вот. Но очень мне нравится. Естественно, такой вот мятный запах. В общем, вот это советую попробовать. Классная штучка. Дальше. Не надо, борюсь, этого делать. Значит, мой... Как это называется? Клинзер для лица. Как видите, я его достаточно много использовала. Что это такое? Это от Джованни Detox System. Собственно, что? Клинзер для лица. Я так понимаю, что он содержит то, что называется... Этот уголь, да, активирован или что-то такое. Гипоаллергенный написано, да? Первая ступень. Мне нравится эта штука. У него очень экономичный расход. Вот не смотрите, что его здесь как бы, да, вроде бы много, да, я расходовала. Хотя, когда у меня было это видео? 100 лет назад, да, об покупках. В общем, у него очень экономный расход. Мне очень нравится, как он очищает лицо. Очень нежно, очень мягко. Даже я могла бы сказать, что мне не хватает какой-то такой легкой жесткости. Вот, но... В общем-то, мне нравится. Буду ли я покупать его еще, я не знаю, честно говоря. То есть, как бы, я бы его не записала бы в какие-то свои must-have или куда-то еще, но определенно мне нравится. Ну, просто, наверное, хочу попробовать что-то еще. Но в целом классная штука. Если у вас, наверное, для жирной кожи, я думаю, что он не подойдет, будет слабоват. А для комбинированной, сухой, мне кажется, вообще отлично. Вот. В общем, вот это советую. Классная штучка. Это у меня тут какое-то мыло в форме ракушки. Положим. Вещь, которая меня полностью разочаровала, и которую, как вы видите, она вон, почти у меня целиковая, я ее даже не стала добивать, просто вот сейчас выброшу. Это... Боря, ну ты что мне кинула тапочек? Вещь, которая... Подождите минуточку, тут у нас Боря собрался чистить зубы. Отлично. В общем, вещь, которая мне абсолютно не понравилась, это вот такой вот, короче говоря, жидкость для снятия макияжа. Полный вообще провал, то есть провалище, я бы даже сказала. То есть он не то чтобы ничего у меня не смывает, он просто растирает мою косметику, оставляя мне, знаете, такие черные круги под глазами. Короче, это просто, просто жесть вообще. Я сейчас выкину и даже ни секундочки не пожалею. Вот, мне не понравилось и вообще не советую эту фигню брать. Вещь, которая мне тоже не понравилась. Вот такое вот, значит, такое вот средство, да. Leave-in Conditioner от Mane & Tail. Я так понимаю, это вот эта фирма. Мне абсолютно не понравилось. Мои волосы она делает... Ну, сейчас я еще немножко приноровилась к ней, но все равно это какой-то, в общем, просто провал. Я ее тоже выкину, потому что купила себе снова отчи Кератин Мист. А это я не буду этим пользоваться, выкину. В общем, сначала мои волосы были жесткие, не расчесывались. Сейчас немножечко стала ситуация получше, может быть, волосы к ней привыкли. Но это абсолютно не мое средство. К тому же разбрызгивается оно ужасно. Ну, в плане того, что, то есть, может быть, наоборот, хорошо.
У меня все в этом средстве вокруг, ну и в том числе, конечно, мои волосы. Извините. В общем, мне не нравятся эти две бегущие лошади. Кстати, кто в Канаде, кому интересно это попробовать, можете в Америке тоже. Я вот это средство видела. Где видела? В Walmart. Вот. И это мне не понравилось, провал, не берите. Вот. И вещь, которая мне очень понравилась. Как ни странно, те, кто меня давно смотрит, возможно, замечали, что я часто говорю, что тоник, он и в Африке тоник, это для лица тоник. И вообще, что там, к чему вообще можно иметь какие-то претензии. Но этот тоник, это просто революция в моем мозге, в моем мозгу среди тоников. У меня вот такой вот с этим, с огурцом. Потому что это класс. То есть он не содержит алкоголя, спирта, да, по-нашему. Он очень мягко очищает кожу. Кожа от него не остается ни стянутой, ни сухой, ничего. То есть просто какое-то идеальное средство. И, честно говоря, я думаю, только ради него сделать еще заказ на iHerb или просто заказать сразу несколько баночек. В принципе, я не любитель заказывать с этого сайта, потому что сюда приходит. То есть, допустим, я могу заказать посылку, да, вот примерно вот это все мне вышло, по-моему, 42 доллара. Так я здесь еще доплачивала за них, по-моему, 20. Ну, то есть, как бы вот эти вот какие-то переплаты, они мне здесь, ну, знаете, как таможенный сбор или что-то такое, да, то здесь тебе надо еще доплатить. Меня это не устраивает, поэтому мне не нравится заказывать сайт iHerb именно по этой причине. Вот, но настолько мне понравился этот тоник, если я найду, где его можно купить, лишь бы не на iHerb, я, может быть, закажу где-то в другом месте. Но тоник классный, правда, советую попробовать, там куча разных запахов, вкусов и как хотите. Но вот тоник, да, мне вот прям очень понравился, и я бы его, конечно, советовала бы вам попробовать. Вот такое было видео, быстренькое, коротенькое, из моей ванной, вот. И, собственно, да. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео оказалось вам все-таки полезным. И пока!